Здрасте, здрасте, с вами Даня Крастер, и как обычно бывает, сделаешь какое-нибудь видео, а тебе пишут потом: да нахрена, можно пойти купить это все в магазине, зачем париться? Угу, антисептик, сгоняй в магаз, купи. Да полки все пустые, где ты его купишь? На помощь приходит всемогущий и вездесущий DIY, с помощью которого мы будем бороться с вирусом COVID-19. Вынесла с собою планы, к черту разнесла всю пандемия. Пандемия! Значит, сегодня мы будем DIY-ить антисептик, который убивает вирусы и не дает нами ими заболеть. DIY на самом деле дико могучая идеология, особенно в условиях дефицита. Вы можете сделать что угодно своими руками из того, что можете найти. Чистый постапокалипсис. Антисептик — первое, что требуется во время пандемии. Как мы его будем делать? Первое. Должен быть какой-то спирт. Спирт убивает бактерии. Второй компонент состава — нечто, что должно увлажнять руки, потому что когда спирт попадает на кожу, ваша кожа сохнет, потом она потрескается, еще на морозе туда сразу залетит COVID-19 прям в рану, и все будет достаточно плачевно. Поэтому что-то надо добавить в качестве увлажнителя рук. Также отдушка, чтобы не так сильно, не дико разило спиртом. Значит, в качестве спирта у нас может выступать этанол, этиловый спирт, самогон, по сути, изопропиловый спирт, N-пропанол и повидон-йод. Повидон-йод достать, ну, типа, в аптеке можно. N-пропанол я вообще в душе не знаю, что такое. У нас остается из просто доступных — это изопропиловый спирт, я взял целую канистру, и этиловый спирт в разных вариациях. Также можно заправить все это дело хлоргексидином, я думаю, лишним не будет. В коммерческие образцы гели-антисептик используется полиакриловая кислота, чтобы загустить всю эту смесь, чтобы можно было более эффективно ее распределить по рукам и большое количество, типа, просто не стекало вниз. Полиакриловую кислоту даже в химмагазе найти оказалось тяжело, да и во времена дефицита не надо за ней просто ходить. У нас остается два компонента, которые надо разобрать. Увлажнитель. Это может быть алоэ вера. Обычный, самый обычный увлажняющий гель с экстрактом алоэ вера. Вот такая вот туба. Что самое забавное, это может быть основа для вейперских жидкостей. Пропиленгликоль, глицерин, там пополам 70 на 30, неважно. Берете целый баттл. Самое главное, чтобы там не оказалось никотина, потому что никотин втирать в руки, ну, типа такое. Соответственно, также в химмагазе можно купить глицерин и пропиленгликоль в довольно больших баклахах. Для отдушки мы будем юзать эфирное масло мандарин, эфирное масло лимон, шалфей. Также можно просто духами туда нафигачить, будет то же самое. Что самое приятное, в таких ситуациях далеко ходить не надо, и Всемирная организация здравоохранения уже, в принципе, в какой-то части позаботилась о том, чтобы снабдить население инфой. Мы же продолжим и разжуем эту тему. Первый рецепт, который предлагает ВОЗ, звучит так. 500 миллилитров этилового спирта. Давайте посмотрим, сколько здесь. Ну, здесь не настолько важны точные какие-то соотношения. Мне кажется, процентов 20 можно от них отступать, и вообще все будет ок. Оказалось, 400 миллилитров спирта. Окей. 400 миллилитров спирта, 7 миллилитров глицерина. Так, многовато, половину бы слить. 40 миллилитров перекиси водорода. Закрываем бутыль, перемешиваем, и, в принципе, первый рецепт готов. Состав, рецепт. На вид получается обычный спирт, не такой, как гель. Правильно, полиакриловую кислоту никто не подогнал. Фу, пахнет как водка. Поэтому, чтобы эта мерзость не такая была мерзкая и дрянная... Ой, что-то я бахнул вообще с лихвой. Пару капель надо было. Фу, теперь воняет, как... алка в банке. Бля. Важный момент. Если вы используете чистый спирт, ну, который там 99,9,9,9, начиная с 97% чистоты, бахните 20 миллилитров воды в этот состав, чтобы разбавить чистый спирт, чтобы он не прожег ничего. Следующий состав у нас, в принципе, да в целом практически такой же. 400 миллилитров изопропилового спирта, 7 миллилитров глицерина, 20 миллилитров перекиси водорода и 10 миллилитров воды. Вливаем все это дело на место. Уп. Пару капелек лимона. Руп.
И вот, в принципе, второй состав готов. Совершенно так же отлично справится с дезинфекцией ваших рук, как и покупное средство, которое в геле с красивой упаковкой и так далее. Но на этом еще не все. У нас еще остался третий рецепт и мои некоторые мысли, откуда можно добывать ингредиенты. Ну и третий, самый простой рецепт, который можно использовать для протирки своих культищ. 160 мл этилового медицинского спирта и 80 грамм алоэ. Вот такое вот. Если есть проблемы с тем, где достать медицинский спирт, сделать его в домашних условиях очень просто. Это самогон. Но он должен быть больше 60 градусов крепости, иначе работать нормально антисептик не будет. Не будет такой эффективности. Какие-то гады все равно проскочат через зараженную среду. Такой самогон можно сделать из водки. Саму водку применять нельзя. Опять же, она, ну, типа, если вы юзаете бухло для антисептика, оно должно быть выше 60 градусов. То есть абсент и самбука, варик. А также русский классный самогон. 160 мл, напоминаю. Самое приятное, что этиловый спирт, как вы заметили по многим прошлым видео, которые выходили летом, можно приготовить да из чего угодно, хоть из старого матраса на самом деле, из каких-нибудь помоев и так далее. Можно взять обычную водку, можно взять любой напиток алкогольный и перегнать его на каком-то простейшем самопальном перегоночном кубе. Лучшим вариантом, конечно, остается самогон. Это закрома, запасы, дефицит. Так, ну давайте перельем наш СЭМ. И 80 грамм алоэ нам надо добавить. Значит, вывалить это, наверное, будет сложновато, поэтому я просто перелью и размешаю здесь. Где мой мешательный напильник? Ну и, конечно же, взобьем венчик. Получился вот такой вот зачетный гель. По консистенции он мне на самом деле даже больше нравится, чем варики с пропиленгликолем или глицерином. Но осталось куда-то его заправить. Вот что-то какую-то емкость. В принципе. Его можно заправить обратно вот в этот флакон, что было бы достаточно удобно. Но также, как я полагаю, чаще всего эта вещь будет находиться дома. По пришествии домой полюбасу надо мыть руки и всякое такое прочее, пятое, десятое. Поэтому вот именно вот сюда он и отправляется. Перед тем, как я проверю все эти три состава, давайте немного поговорим. Ну, про алкоголь я уже сказал, осталось еще про изопропиловый спирт. На основе изопропилового спирта делаются омывайки для машин. То есть, если омывайка выдерживает 30 градусов, значит, его там достаточно много. Смотрите соотношение на канастре. Также гуглите другие составы антисептиков, их сейчас достаточно много, ну, в самом гугле, там, в каком-нибудь поисковике очень много постов. Итак, пробуем. Состав номер один. Этиловый спирт, пропиленгликоль. Очень сильно растекается, юзать его из такой бутылки неудобно, пахнет лимончиком. Класс. После того, как руки проветрились от спирта, на руках остается небольшая такая пленка. В принципе, кожу не сушит, да и на том спасибо. Состав номер два. Изопропиловый спирт, тот же самый глицерин, может быть пропиленгликоль, в принципе. Может быть их смесь, в принципе. Ведется абсолютно так же. Очень сильно растекается, но в принципе очень быстро высыхает. Так же, как и обычный спирт, и такая же пленка остается на руках. Ну и давайте посмотрим, как на ощупь, так скажем, третий состав. Он реально похож на гель, на тот же самый санитель, вообще один в один, просто один в один. В принципе, сам по идее алоэ обладает какими-то антимикробными заживляющими свойствами, что в принципе круто. Типа вот с алоэ мне больше всего на самом деле понравилось. Перед тем, как намазать им, я вытер руки. Сушим. Ну, ощущение то же самое на самом деле, как, ну, типа, просто как будто вы только-только вышли из ванны. Мокрые, влажные руки. Три простых рецепта, можно извращаться дальше, можно начать выгонять какие-нибудь эти кислоты, заморачиваться с настоящим антисептиком, прям вот как он коммерческий был, готовить его из тех компонентов, которые нереально найти, но зачем в дефицит? В дефицит я считаю, что простые, простейшие решения, они гораздо выгоднее. С вами был Даня Крастер, спасибо за просмотр, и команда Brunette Bombs уходит на двухнедельный карантин, а то, возможно, и больше. Чего я вам советую, потому что если такая же жопа произойдет, как в других странах, я думаю, наша система
здравоохранение просто пернет. Всем здоровья и покедова. Ну, эту штуку я домой возьму. Из пропиловой. Экстренная дополнительная информация. На состояние 20 марта ученые из Германии и Швейцарии подтвердили, что коронавирус при нахождении в 30% растворе спирта в течение 30 секунд умирает. Соответственно, более легкий алкоголь, нежели самбука и абсент, подходит. Поэтому я хочу предложить вам самый простейший, на мой взгляд, рецепт. Бутылка водки и несколько веточек алоэ. Закидываем ингредиенты в миксер и фигачим. После перемешивания у вас получается зеленая муть оздоровительного характера. Ну как оздоровительного? Она убивает всяческие вирусы. Переливать его в диспенсер для мыла я не советую, потому что здесь остались всякие ошметки, которые, в принципе, могут его забить, наверное. Ну, типа сам вот этот. Можно перемолоть получше, можно отфильтровать через какую-нибудь марлю, но факт один. Эта штука, если верить тем самым швейцарским ученым, замечательно должна работать против вируса в течение 30 секунд. Эффект такой же, как от геля, короче говоря. Руки не сохнут, не так сильно сохнут. То есть что-то на них жирненькое остается. Ладушки, всем спасибо, с вами был Даня Крастер. Не болейте, всем 36,6. Пока. Вынесла с собою планы, к черту разнесла всю пандемия. Тёлкой на концерт хотел пойти, закрыли клуб метро, и тёлку дома тоже пандемия.